проверяли документы, а нашли мефедрон. Сотрудники ППС Первоуральска во время патрулирования улиц остановили для проверки документов подозрительного 21-летнего мужчину. Он начал нервничать, грубить сотрудникам полиции. При более тщательном досмотре у первоуральца был обнаружен мефедрон, который задержанный приобрел для себя. На молодого человека завели уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств». Уральцы получат пенсии и пособия раньше срока. В пенсионном фонде объяснили, это связано с предстоящими майскими праздниками. Средства перечислят уже 29 апреля. Сегодня день работников скорой помощи. 28 апреля принято считать днем рождения скорой медицинской помощи в нашей стране. В 1898 году в Москве был издан указ о закреплении за двумя полицейскими участками карет скорой помощи. Врачи выезжали на вызовы вместе со стражами порядка.